Раз, два, три. Здравствуйте, здравствуйте, жители. Поближе? Ага. Здравствуйте, жители города Березники. О, нормально стал? Сюда, да? Все. Здравствуйте, жители города Березники, Пермского края. Вот. Поздравляю вас всех с праздником Кедровый Спас. Сегодня мы девятый год уже отмечаем в Березниках и Пермском крае праздник, посвященный важному дереву кедр в нашей жизни. И сегодня решили совместить приятное с еще более полезным. Мы не просто будем раздавать кедровые орешки, садить деревья, рассказывать о важности этого дерева, но еще будем проводить раздельный сбор отходов. Учиться разделять макулатуру, картон, пластик отдельно. Сегодня мы узнаем, сколько у нас отходов организуется, какие можно переработать, что можно сдать в переработку, что можно не покупать, как можно уменьшить экологический след. Сегодня у нас на празднике участвует несколько организаций. Первая, самая главная организация, это у нас ТСЖ на Мира 88, где мы сейчас находимся. Это 12-этажка на площади торговой. Придача ко всему, это дом, в котором я прожил 17 лет в свое время. Он, конечно, был раньше немножко по-другому выглядел. Сейчас он выглядит гораздо красивее. Есть подсолнухи у нас. Если потом надо будет посмотреть, оператор вам покажет. Вот у нас тут машины есть. Погода, конечно, нас сегодня не радует. Вот однозначно не радует, потому что дождь идет. Ну, это значит самое главное. Потом второй самый главный организатор у нас — это Верхнекамская торгово-промышленная палата, которая объединяет всех предпринимателей с чистыми помыслами и дарит подарки, угощения. Поет чаем сегодня, музыку вот организовала в баках, да? Да. Есть у нас вот такие баки, то есть третий, и, пожалуй, самый активный, самый тайный помощник у нас — это компания Green City, которая предоставляет нам вот такие контейнеры. Вот. В этих контейнерах, вот они у нас написаны. То есть сами по себе контейнеры зеленого, желтого, синего, черного цвета. То есть зеленые у нас сегодня будут сдавать стекло. Желтый контейнер у нас сегодня складывают пластик. Уже сегодня почти он полный. Синий контейнер складывается бумага. И черный контейнер складывается металл. То есть сюда можно сложить консервные банки, просто металл любой, какой-то не нужен, алюминиевые банки. Ага. Вот. И, собственно говоря, вот точно такие же контейнеры можно на самом деле организовать у себя прямо дома, в комнате. Они будут размером гораздо меньше. И вот на следующий год в ТСЖ планируют организовать
контейнеры для раздельного сбора отходов у себя на территории. И, то есть они будут люди, жители мира 88 будут сортировать отходы у себя на кухне, складывать их на улице в контейнеры, будет приезжать наша компания Green City, переработчик, забирать их. И, собственно говоря, объем вывозимого мусора уменьшится в разы, что хорошо скажется на платежке за коммунальные услуги. То есть, так, как я еще раз говорил, сегодня у нас первый организатор ТТСЖ Мира 88, Александр. Отдаешь, Александр, к нам пару слов? Да, ничего, давай. Подходи, подходи. Вот. Угу. Вот Александр. С Александром мы познакомились очень давно. Ездили с ним пытаться организовать поселение родовых поместий. На дачных участках в прошлом году посадили кедры. Которые прижились. Которые прижились. Потом мы их покажем. Ну вот они там далеко, их сегодня не видно. Там, и, вот здесь. И там кедры. Ну вот посадили кедры в том году в кедровый спас как раз, да? Да. Да, и вот прижились, что очень радует. Была у нас мечта организовать раздельный сбор отходов. Сегодня мы эту мечту организуем. Кто сажает кедры, у того сбываются все его мечты. Позитивные, разумеется, только. Как вам сегодня погодка, Александр? Нормальная уральская погода. Завтра сегодня ожидается потепление. Ну, праздник есть праздник. Мы не можем святой праздник отменить. Ну, контейнеры мы, наверное, еще на пару дней у них оставим. Будут люди приходить, добирать, докладывать вторсырье. Хорошо. Как трудно быть интервьюером, оказывается. Сейчас я только понимаю. Третий участник у нас есть еще Экодвор, но вот они сейчас находятся на той стороне. На той стороне. И мы сейчас подождем. Нет, вот нет. Позвоните Марину, а? Вот. Еще у нас сегодня есть еще, пока вот у нас Марина идет, она там, а вот уже идет Марина у нас. Вот у нас есть Марина, то есть у нас вот участник. Добрый день. У нас городская экологическая площадка в рамках российского проекта «Экодвор». «Экодвор» уже шагает по 50 городам нашей страны, и сегодня он шагает по Березнякам. В рамках нашего проекта мы хотим научить березняковцев разделять мусор, показать, что в Березняках это легко, рассказать, где можно сдать, как можно сдать, какие виды пластика можно сдать. И, в общем, цель – уменьшить количество мусора на наших полигонах. Все? Компания Green City. Мы благодарны компании Green City, которая на наше мероприятие на субботнике предоставляет это заготовитель вторсырья на территории города Березники и не только. Они на наше мероприятие вывозят эти цветные красивые баки. Цель, в общем-то, цель вывоза – привлечь внимание людей, заинтересовать людей, разделять мусор, показать, что это легко, что это возможно. История нашей организации – ну, мы работаем в рамках городского экологического марафона «Чистое будущее в чистом настоящем». И часть этого проекта «Экодвор» – общероссийское мероприятие. А вообще
это совместная деятельность администрации города Перми, администрации города Березники, извините, Верхнекамской торговой промышленной палаты, общество с ограниченной ответственностью Уралкали и клуб путешественников Усороки. Мы и цель нашего экологического марафона «Чистое будущее в чистом настоящем» — это организация волонтерской деятельности в разных ее направлениях, организация субботников. И с начала года мы вывезли больше 3 тонн раздельно собранного мусора с территории города Березники. В наших субботниках приняло участие около 200 человек. И в экопросветительских мероприятиях тоже около 180 человек на разных площадках. Ну вот, значит, у нас про эко-двор мы все услышали. Теперь у нас есть еще один организатор. Это Гаудия Мата. Это у нас люди, которые любят угощать всех просадом, пищей, предложенной Кришне. Нандине. Что тут? Чего хотят? Тоже выступить? Там вот у нас на той стороне вообще очень много народу находится. Ну как, так камера у нас стоит. Здесь, к сожалению, подождем, мы не можем технику губить. То мы это все покажем вам потом, уже как раз монтируем фильм. Там очень много людей, проходят разные станции, узнают, что нужно делать со вторсырьем. Вот у нас девушка, она как раз об этом все знает, наверное, нам расскажет, да? Подойдете к нам, расскажете? А кто не стесняется? Вы думаете, я стесняюсь? Не стесняюсь. Ну, не хотите, не надо. Ну, все еще нас стесняется. Вот. Сейчас. Вот это у нас на празднике, у нас, кстати, всегда получается, пониже. На празднике к нам всегда приходят люди из Гаудии Маты, угощают очень важной пищей, про которую она сама представится, потому что я иногда даже забываю, как это все правильно говорится. Просто Евгения. Вопрос какой, Николай? Вопрос, в чем заключается ваша миссия вообще, вообще в жизни и в данном случае на этом празднике? Моя миссия, я бы не сказала, что моя миссия. Мне кажется, это человеческая миссия вообще людей на планете, потому что соблюдать чистоту и экологию окружающего мира – это дело каждого человека, потому что у большинства у нас есть дети, которые растут, которые должны жить, развиваться, и что мы из поколения в поколение оставляем нашим детям, это уже нужно задумываться прямо сейчас, потому что экология действительно нуждается в нашей помощи. Мы это видим постоянно, и поэтому я считаю, что это не только моя миссия, а вообще миссия человечества. Ну, у вас же тоже какая-то своя миссия, помимо раздельного сбора отходов? Вы же угощаете всех, ходите, вот кушаем вот этими пряниками, вот такими, вот мне сегодня пряники дали. Точнее, манник. Или как это называется?
Да, это русский манник. И миссия, я не скажу, что это моя миссия, я просто-напросто угощаю людей, потому что я заинтересована в том, чтобы как-то распространять вегетарианское питание, которое является положительным во всех отношениях и несет в себе положительную энергию. И поэтому я угощаю, потому что сейчас мы смотрим в магазинах, вся пища в основном с добавками синтетическими, которые не перевариваются у нас в организме. А это домашняя выпечка, настоящая выпечка. Ну, больше мы вас, наверное, сегодня задерживать не будем. У нас еще... Ну, все тогда. Спасибо за то, что вы нам приходите. Приходите к нам сейчас на праздники. Так. Вот у нас приходят жители поселка. Скажите, вы с нами будете в игры играть, волшебные? Нет, давайте сыграйте. А, вы что, отдохните, через полчасика приходите. Вот сейчас люди приходят с работы. Вот тут... Я вот вижу, девушка какая-то идет. Кстати, вот это, смотри, вот эту, смотри, вот, смотрите, вот, смотрите, девушка идет, да, на практике? Ага, вот она что-то идет. Что-то принесли. Так, прошла. Вот пятый. А, нет, это первый, самый первый помощник, который у нас, но мы... Их мы уже объявляли, вот это у нас Елена Игоревна. Ну, я всех приветствую. У нас сегодня первый эко-двор. И как всегда у нас бывает, все происходит в самую жуткую погоду, какая возможно. Но во всяком случае все происходит. И есть участники, и есть у нас и победители викторин. И потихонечку движется это все. Еще хочу сказать, что если у кого-то есть желание проведения таких праздников, мы будем рады вам помочь. Обращайтесь к нам в группу «Дадим пластику вторую жизнь». И также с группой приедем к вам и проведем такой праздник в вашем дворе. Да, мы обязательно будем проводить эти праздники много, часто, будем искать разные площадки. Будем надеяться, что с погодой нам будет вести немножко больше. Но, как говорится, кто дождя не испугался, тот ничего и не боится. Так, вот там еще раз говорю, там очень много народу. Что ж, что будет рассказывать? Давайте, подходите. А нам для картинки надо, для красивой. Ой, нет. Давайте мы воды. А мол... Так нет. А, кстати, да, а подходите к нам, вот, расскажите нам что-нибудь. Скажите нам что-нибудь, пару слов-то. Как вам? Александр уже сказал. Да. Да вы не бойтесь. Ну вот скажите, давайте подходите сюда, спуститесь. Ой. Да не бойтесь. Да не, я не хочу. Ну ладно. Ну так. Давайте тогда всех с квартир доставайте. Да, у вас хорошо получается. Ну, молодая идет. Так. Да? Расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались, а? Да. Расскажите, как вы здесь оказались. Давайте, расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались. Да? Пускай рассказывает. Мне сегодня будет рассказывать. Подходите к нам. Подходите к нам. Да не бойтесь. Да не бойтесь, никто не кусается. Вам подходите в кучу.
нам подходите, чтобы нас было видно всех вместе. Видно? Видно? Так, микрофон. Ну, давайте. Поближе ставьте. Ага. Давайте, рассказывайте. Лицо вот туда постарайтесь, камеры. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Да. Ксения. Ксения, как вы здесь оказались? Я узнала в интернете, в пабликах о том, что сюда можно принести вторсырье, потому что нет в нашем городе контейнеров, которые можно прийти просто так сдать. Поэтому я жду мероприятия и вот, собственно, пришла сдать. Вот у меня два пакета накопилось, тут у меня макулатура и ПЭТ. ПЭТ-1 и ПЭТ-2 и алюминий немножко. Вот вы сейчас пришли на эту ярмарку, так или как сказать. Вы что-то новенькое узнали для себя? Ну, я тут только пришла, но я узнала, что ПЭТ-4 сдают в Перми, а в Березняках еще нет. Ну, я просто интересовалась, сдают ли в Березняках ПЭТ-4 вообще. Вот. К сожалению, только в Перми. Ну, хотя бы там это уже хорошо. Потому что ПЭТ-4 — это упаковка из-под хлеба, например. То есть этот пластик, он везде есть, в магазинах, его можно собрать и сдать. Я слышала, что уже в Москве практикуются новые виды упаковки, допустим, для фруктов, овощей. Вы используете такие упаковки? Упаковки в смысле эко-мешочки? Да. Пока еще нет. Пока еще у меня дома много полиэтиленовых пакетиков. Я их просто ношу, те, которые не очень такие использованные, и в них складываю. Вот. Но когда они закончатся, когда уже нельзя будет в них повторно складывать, я думаю, что я закажу себе пакетики, буду в них носить и покупать фрукты, там, овощи, все вот это. А эко-сумки уже используете? Эко-сумки, опять же, у меня пакетов дома куча, пока вот мы их используем. Эко-сумку имеет смысл покупать уже потом, когда все вот эти пакеты будут настолько использованы, что в них не имеет смысла носить. То есть они будут там рваться и все такое. Это очень здорово. А вот еще такой вопрос. У нас, ну, насколько я знаю, на многих предприятиях и в учебных заведениях, школах, садиках, если я не ошибаюсь, принимают батарейки. Вы их сдаете? Батарейки я пока не сдаю, потому что у меня их нет использованных. Но я знаю, что их собирают, и если я узнаю, куда их сдавать, я буду их сдавать. А вы уже знаете, сколько батарейки разлагаются? Я подозреваю, что очень-очень долго. Вот прямо перед вами лежит брошюрка, и она вот точно, можно сказать, подсказывает, сколько. На самом деле батарейки практически не разлагаются и представляют большую опасность для экологии. Вот, и, ну, их можно сдать. А еще раз, куда их можно сдать? Вот именно в Березняках. Нужно смотреть, наверное, где есть пункты сбора. Ага. Но они знаю, существуют, да? Да, они есть. Я знаю, что на нашем предприятии оно есть. А по городу, к сожалению, не скажу. Марина Львовна, Марина Львовна, девушка, микрофон выключите, положите сюда. Хорошо. Собирать батарейки, но я их буду убирать в Мерлен. Mm-hmm. Потому что говорят, что они много собирают
Так, здравствуйте. Так, нормально нас видно? Представьтесь, как вас зовут? Галямов Ренат Фаридович. Вы кто у нас? Я? Да, член родной партии. Ну, как бы сказать. Называется. Да. Чем ваша партия занимается? Утилизирует. Продвигает образ жизни родовых поместьй по книгам Мегре и Анастасии. То есть, и в книжках, я так понимаю, там тоже написано то, что прежде чем перебраться, надо в леса уйти, да? Поэтому, как бы, я понимаю, для вас это нормальное дело, вести раздельный сбор отходов. Да, отходы везде, и в лесу валяются, надо везде прибираться, в лесу, в городе, везде, на полигонах, ТБО. Везде есть мусор, свалки, где и в лесу он тоже есть, где люди были, оставили свой, так сказать, след, да, прибираться. Правильно сказать, не следили. Хорошо. Как вы узнали о нашей акции здесь? Вы сами откуда? Далеко здесь отсюда живете? Нет. Ну, как бы сказать, на том конце города, но город небольшой, как бы сказать, у нас, по сравнению с другими городами. Я дошел от своего конца до этого пешком вообще. Добрался за 40 минут. По такой погоде? Да, 40 минут. Ну, тире 50 где-то так. Ну, то есть, так понимаю, у нас получается ТСЖ не просто дворового масштаба, а аж даже всего города масштаба. Люди с одной стороны прибираются в такой дождь, чтобы только сдать вторсырье. Это вы правильно делаете. Это общегородское, так сказать, движение. Сбор мусора, отходов и утилизация. Спасибо.
Девочки, чтобы видно было нас, надо... Вот такая неудачная погода. Как вы считаете, имеет ли право быть праздник в такую погоду? Либо исключительно в солнечные дни? Ну, может быть, там только летом или только осенью? Как вы считаете? Ну, мне кажется, что мы не в горах. Туман, дождь нам не особо страшен. И на камнях не подскользнуться. Мне кажется, не было смысла отменять сегодняшнее событие. Другое, что может быть, другой вариант, что может быть взять одежду потеплее. Ну, то есть, если тепло одет, то, собственно, и если какой-то интерес, то можно проводить и можно рассказывать и просвещать в любое время. Ну, собственно, это нам и доказали наши участники сегодня, да? Сколько примерно человек вот за эти полчаса прошло? Ну, я думаю, что человек 30 прошло. Ну, мы, конечно, с учетом погоды и холода, и сырости, мы вносим некие поправки, то есть в нашу программу. А вы участвовали, уже прошли викторину или, может быть, какие-то конкурсы сами? Вообще, я так-то разрабатывала, в принципе, знаю все ответы. Ну, это еще лучше. Красивых картинок. Ну, еще лучше. Я лучше скажу, сначала я прошла их, правда, что да, а потом немножко видоизменила и взяла за основу для использования в своих проектах. Вот, вот скажите, пожалуйста, тем более, раз вы вот это разрабатывали, для какого возраста, собственно, вот это может подойти? Может быть, там, от детского сада или старшую школу, или, может быть, это для взрослых? А там совершенно разноплановые задания, можно... Я думаю, с младшего школьного возраста проходить, лет 7 и до бесконечности. У нас такие задания вызывали интерес и у ребят школьного возраста, и у взрослых, у дедушек и бабушек. А тогда вот хочется спросить, ошибок кто больше допускает? Дедушки, бабушки, школьники, дети, может быть, средний возраст, там 30-40 лет. Кто чаще всего ошибается? Ну, даже не могу сказать, ошибаются все. Все в равной степени и взрослые мало знают, допустим, о раздельном сборе, о там сроках разложения, такие вопросы встречаются в тестах. А давайте мы тогда попробуем, может быть, сейчас. Марина, а может быть, нам принести саму анкетку, и мы попробуем их озвучить, эти вопросы, чтобы вместе с нами, те, кто нас смотрят, смогли сейчас у экранов на них ответить. А вот эта викторина, которая напечатана с вопросами, варианты вопросов. А еще хотелось бы узнать, какие основные ошибки. Вот, допустим, когда я первый раз проходила, мне было затруднительно определить категорию, в переработку идет или не идет. То есть то, что я типично называла бумагой, например, те же одноразовые стаканчики, оказалось, что в переработку не идет. А это где-то есть какая-то маркировка на этом товаре? Или каким образом узнать вот при сортировке дома этого вторсырья, чтобы не бросить в отдельный пакет то, что не будет перерабатываться? Да, конечно, каждой упаковке, бумажной, железной, пластиковой, всегда на донышке обычно есть маркировка, ну или на этикетке всегда можно найти. И если знать, какие виды отходов принимаются, ну, допустим, в нашем городе, то можно соотнести и понять, что можно переработать, а можно или нельзя. Потому что даже виды отходов, которые можно, допустим, в Перми переработать или в другом городе России, у нас не принимают на переработку. Бывает такое. Но информация всегда есть на упаковке. Самая массовая переработка – это все-таки что? Пластик, бумага, металл? Ну, я думаю, что больше всего перерабатывается металлические отходы, бумага, ну и теперь уже пластик. Ну вот металлические, мне кажется, это все-таки больше промышленная, да, сдача. Ну, в обыкновенных наших домах не так много металла. Наверное, больше все-таки пластик идет. Ну, если говорить об объемах, то да. Но если говорить о проценте извлечения, я думаю, что жестяные, алюминиевые банки, они, наверное, процентов 90 все равно перерабатываются. Извлекаются из наших отходов и перерабатываются. Все понятно. Спасибо нам, Марина. Вот
Так, давайте посмотрим. Пока у нас затишье, еще больше полило. Мы покажем. Человек разрабатывал, я не успела уже познакомиться. Надо сказать, что не разрабатывал.